За талант – награда. В Йошкар-Оле прошло чествование лучших студентов, выпускников и преподавателей Марийского государственного университета. В классическом вузе вручили премию «Опора республики». Ее лауреаты ведут активную работу в разных областях. В списке награжденных 13 человек. О том, кто составляет научный и творческий потенциал республики, в нашем материале. Они не шли на сцену, летели. 100 номинантов и только 13 победителей. Лучшие из лучших. Те, кто за 4 года учебы доказали, что они не просто опора вуза, а всей республики. Одни участвовали в олимпиадах, другие побеждали в научно-практических конференциях, а третьи были лучшими в творчестве. Анна Ивашечкина выиграла грант в номинации «Молодежные медиа» от Росмолодежи на реализацию собственного проекта «Твое театральное радио». Она создавала радиопьесы по произведениям местных авторов и их публикациям. В моей зачетной книжке нет ни одной оценки ниже «отлично». И также я активно принимала участие во всевозможных активностях. Это и спорт, это и общественная жизнь, это какая-то медиа-работа, освещение всех мероприятий. Участвовала в грантовых конкурсах, получала гранты, становилась стипендиатом главы и мэра. И вообще в целом как-то старалась максимально взять от этого студенчества. Ксения Мубаракшина – спортсменка с опытом. Сегодня за ее плечами не только магистратура, но и победы на соревнованиях по спортивному туризму и ориентированию. В свои 23 года она 28-кратная чемпионка России. При этом, скромно улыбаясь, говорит, своя ноша не тянет. Впереди еще немало задач. Подала я все свои результаты за этот год, там их было примерно 41 грамота, поэтому это были спортивные результаты различных уровней, и всероссийских соревнований, чемпионатов России, и местных соревнований вплоть до вузовского уровня. Планирую работать, продолжать и пробовать в аспирантуру, думаю, что этот путь тоже такой будет интересным, насыщенным. «Опора республики» вручается в МАРГУ 6-й год подряд. Ее обладателями уже стали более 70 человек. Главный критерий отбора лауреатов – быть лучшим в области научно-технического, гуманитарного или художественного творчества, профессионального мастерства, социально значимой или общественной деятельности. Именно такая высокая оценка – весомый аргумент резюме работодателю. В номинации «Адвокат бренда» отмечена работа Анатолия Смирнова, председателя госсобрания «Мариэл». Именно он стал одним из первых врачей, кто поддержал 9 лет назад открытие в МАРГУ медицинского факультета. Медицинский институт знает в 45 странах мира и 60 субъектов Российской Федерации. И высоко стояли вы. И сегодня, занимая высокую должность председателя Государственного собрания Республики Мариэл, вы не оставляете педагогическую профессию и являетесь профессором Марийского государственного университета. Низкий вам поклон, огромное спасибо. Это прекрасная кузница высокопрофессиональных кадров. Это умные, талантливые студенты. Великолепные выпускники и особой, конечно, высокой оценки заслуживает профессорско-преподавательский состав. Я просто счастлив, что есть такой университет, топовый вуз, который на сегодня единственный в мире, потому что он наш родной Марийский государственный университет. Слава ему! Благодарность ему! Марийский госуниверситет – это лучший университет в мире. Особенно для тех, кто в нем работает, кто в нем учится, и тех, кто его закончил, и тех, кто его просто любит. Потому что другого университета у нас с вами нет. Нет другого места, где мы с вами родились, нет другого города, где мы с вами учились и закончили, нет другой Йошкар-Олы, нет другой республики, нет другой страны Российской Федерации, которая гостеприимно принимает 45 стран мира, которые учатся в Марийском университете. И у каждого, кто останется здесь, он будет любить Мариэл здесь, а кто уедет к себе на родину, он увезет частичку теплоты к себе. Премия «Опора республики» была создана в 2017 году. В то время, когда классический вуз был признан опорным для всего региона. Он стал центром социального, экономического и инновационного развития Мариэл с единой целью – обеспечить республику высококвалифицированными кадрами и решить проблему с оттоком талантливой молодежи. Поэтому все таланты здесь оценены по заслугам. По мнению лауреатов, опорой республики может стать каждый студент, преподаватель или выпускник МАРГУ любого года. Главное – усиленно трудиться и любить свое дело. Правда, при современном ритме жизни расслабляться явно некогда. Премия – это первая ступень на пути к настоящему успеху. А все самое интересное еще впереди.